Тебе салам от гостей. Я знаю, что вы самостоятельно изучаете Коран, и хотелось бы узнать, как это у вас происходит. Из чего все это началось? Из обычного любопытства. Или то какой-то переломный период, или время какое-то подошло. Ну, не знаю. Вот. Возможно, смещать мне, приезжать нету, далеко. Нашла я сестру, опять же, в том самом интернете, по скайпу, которая преподает арабский с нуля. Вот она. Но ее нету в сети. Когда я держала первый раз пост Рамадан, вставая на намазы, мне очень хотелось, чтобы у меня дома был Коран. Мне очень этого хотелось, но я не знала, где его взять. Стоя в намазе, как бы сердцем желаю этого, знакомлюсь я в интернете с сестрой, и она мне почтой высылает вещи какие-то и Коран. И это как бы стало таким толчком, откуда она знала, что я хочу этого. Я, там, якщо захочу, то можу до неї піти послухати, як вона читає. А, можу тут сидіти, мультики дивитися. Мама казала, що вона читає там якісь сури або молитви. Я приготувала своїм дівчатам булавки. Такий блестящий платок. Мені подруга говорила, що красиво. Как дела? Нормально. Корм привезешь, будет все хорошо, вырастим. Однажды я приехал домой, она меня поставила перед фактом, я приняла ислам. Ну, говорю, приняла, ты приняла. Ну, это ей интересно, это... Ну что, у нас вместе с огородом и домом 60 соток. Я люблю свою семью, люблю своих детей, скажем так. А Бог, я считаю, Он един. Идем, буду кормить тебя. Да? Ну что-то вкусненькое приготовила.